Ребята, мне все хуже и хуже. Я пришла к доктору, она вышла мою карточку искать. Пришла в платную клинику, хожу, потому что, блин, в бесплатную фиг я пойду. В общем, я сижу, мерю температурку там. Сейчас померю. У меня еще ухо не слышит ничего. У меня начался отит. Капец, блин, поэтому к доктору и прибежала. Сейчас посмотрю, что мне поставят, какой диагноз. Я говорю, а сама себя не слышу, что я говорю. Капец. Кулинарничаю сегодня. Супчик сварила, лапшу. Компотик только что доварила. В общем, была я у врача, капец, говорить даже не могу. У меня ОРВИ обычное. Ну, как обычное? Обычное с отитом, с осложнением на ухо. Прописали мне антибиотики. Теперь пью антибиотики. Вот. Конфетоньки купила. Так захотелось чай с конфетками. Что-то уже не хочу. И взяла киви. Блин, я не могу прям говорить больно. Взяла, в общем, киви, хочу витаминочки поесть. Капельки вот такие вот мне тоже Стас купил, но мне прописали другие, должен привезти, как с работы поесть другие капли. Капец, блин, все говорить больно. Увидимся с вами завтра, надеюсь, завтра мне будет полегче. Шел 553-й день болезни, Нинка кашеварит. Ну, что мне еще остается делать? Варю каждый день компоты, шиповник сегодня у меня. Макарошечки, пасту решила сделать. Здесь у меня фаршик с фаланскими травами. В общем, очень вкусненько будет. Ой, вкусняшка. Нинка поварёшка. А вы все говорите, что я готовить не умею. Я умею готовить, просто мне лень этого делать, мне этого не хочется. Вот, а сейчас заняться нечем, приходится готовить. Что у меня по состоянию здоровья? Горло болит, уши стреляет, все болит, сопли текут. Всякая хрень отхаркивается. Жесть просто. Я не могу уже. Я так устала болеть. У меня просто... Я уже пью антибиотики, мне прописал врач. Вот, новые ушные капли мне прописали. Надо этот закапать. Сейчас ходила, покупала, еле дошла до аптеки, потому что, ну, вообще, капец, состояние никакое. Температура 37 держится. Я уже устала, честно. Вот так устала болеть. Это просто ад какой-то, блин. Ребят, желаю всем здоровья. Не болейте, не болейте. Лечитесь, пейте что-нибудь для профилактики. Потому что это жесть какая-то. Вот. Сейчас все доделаю и буду кушать. Еще надо дома прибраться. У меня тут капец какой-то. Диван, естественно, не заправляю, потому что постоянно лежу. Здесь у меня аптечка. Здесь у меня собака играет. Здесь у меня опять аптечка. Одна моя девочка любименькая, да, меня жалеет каждый день. Со мной 24/7. На, игрульки. Игрулечка моя. Дашка. Ой, это жопа. Ой, это жопка. Дай игрульку. Ой, мокрюша, мокрюша. Смотрите, она уже вся какая... А, я фу-фу-фу. Она вся в слюнях, короче. Стирала ее уже, но бесполезно. Она к вечеру опять становится такой замызганной уже. Она ее намуслякивает, лежит. Ой, дурочка. Короче, сходила в аптеку, купила себе еще кучу лекарств всяких, буду лечиться. О, ребята, капец, 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 капец. Так что, ребят, кашеварю. Немножко грязненько, но мне просто, честно, нет сил убираться, вообще нет сил. Потому что несколько дней температура 38-38,5 держалась, сейчас 37, вообще сил нету. Вот, еле стою, тут кушать хочу, не могу, сейчас приготовлю, поем. Вот, еле стою, готовлю. Бедный несчастный человек, господи. Не дай бог никому болеть, вот, даже хейтерам не пожелаю болезни никогда в жизни. Будьте, ребята, все здоровы. Вот такая вот у меня паста, типа болоньезе получилась, очень вкусненько. Все, ребят, всем приятного аппетита, я сейчас все положу покушать, дождусь компотика еще. Вот, буду, поем и буду лежать, смотреть киношечки. Так что у меня программа вот такая вот, не теряйте меня. Всех люблю, всех целую, помните, вы у меня самые лучшие. Как будет полегче, обязательно сниму для вас видосики интересные. Люблю вас. Всем пока-пока.